Машины буксуют, не могут подняться на гору, вылетают в кювет. Метель в воскресенье разбушевалась не на шутку. И не все водители успели подготовиться. Как только выпал первый снег, нижнекамцы вспомнили – скоро зима, пора менять резину. Выходные шиномонтажники трудились с самого утра и до позднего вечера. Вчера мы тоже как-то трудились, очень даже плодотворно. Вот. Было машин много, желающих было даже слишком много. Мы, к сожалению, не всех могли обслужить. Где-то вчера обслужили в районе 30 машин. Да и сегодня у них нет ни минуты свободного времени. Автомобили все прибывают и прибывают. Запись на несколько дней вперед. Но все-таки пока на дорогах большинство машин на летней резине. Снег растаял и страх пропал. Как вы думаете, стоит сейчас менять резину на шипы? Пока нет. Почему? Заморозка-то нету, снега нет. Че? Это первый снег. Обычно и раньше были так же. Через месяц только зима начнется. Конечно, нужно сейчас. Потому что на дорогах всякое. Ночью вот подморозит, сейчас минус 7 будет. Все. Нужно уже переодевать. А вы уже переобули свою машину? Нет, мы еще не переобули. Будем переобувать. Наверное, нужно. А почему? Потому что уже мороз, и сегодня ночью обещали минус 6 градусов. Ответы неоднозначные. Кто-то считает, что менять резину рано. Кто-то согласен, что время переобуваться наступило, но еще руки не дошли. Точку в спорах ставит статистика дорожных происшествий за вчерашний день. Значит, отдел ГИБДД города Нижнекамск рекомендует водителям переобуться в связи с погодными условиями. Если взять вчерашний день, например, то... Зафиксировано очень много ДТП в связи с тем, что колеса были не переобуты. Зимнюю резину для своей же безопасности нужно ставить сейчас. По прогнозам, днем на этой неделе сохранится плюсовая температура, а вот ночью термометры покажут минус. Так что утром на дорогах возможен гололед. И не стоит забывать, что знак «шипы» пока еще не отменили. И в случае его отсутствия сотрудники ГИБДД могут выписать штраф. Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, Марсель Джураев. Новости НТР.